Лепших молодых журналистов узнагородили у Гомелі. Сярод удельников областного отборочного республиканского конкурса «Пресс-код» оказались и работники телерадиокомпании «Гомель». У творчем споборництве примали удел 39 молодых журналистов, фотографов, видеографов и блогеров Гомельщины. «Пресс-код» – это уникальная махчимость для молоди реализовать себе. Переможцев вызначали у 7 номинациях по двух узростовых категориях. У кожного конкурсанта свои цікавые распрацовки. Полина Федорова представила свою працу у напрямку «Лепший проект у новых медиа». Я представила искусственный интеллект, программу с искусственным интеллектом, которая называется «Новое время». И тема была «Игры стран СНГ». Мы получили опыт, и это ни с чем не сравнится. Дальше будем участвовать. Оценивать работы удельников треба было компетентному жюри. У их склад вошли представники сродков массовой информации и не только. Они признаются, что выбирать переможцев было складано, бо глядели праз призму себе. Работа интересная, достойная. Отрадно видеть, что ребята используют и новейшие технологии. На самом деле такие конкурсы нужны и важны, потому что они помогают заявить о себе. Если раньше устроиться на телевидение, радио или в редакцию было чем-то сверхсложным, то сейчас можно поучаствовать в таких конкурсах, проявить себя достойно, и тебя возьмут на работу. Республиканский конкурс дозволит открыть новые имена талановитых журналистов, которые затем, махчима, придут працевать у СМИ.